Того, что он двойное сальто приземлился сначала на ноги, а потом упал, ему засчитают это как соскок, и спецтребования он никаком не потеряет, но тем не менее, да, наверное, смысла, может быть, и не было уже повторять, потому что падение, оно сразу отталкивает из, выталкивает из борьбы за медали. Анастасия Агафонова, молодая гимнастка, у нее очень хорошие брусья, база очень хорошая. Если она все делает, у нее, если не ошибаюсь, вчера тренер говорил, 6,2 базовая оценка. Ух ты! Да. За 6 это... баллов у нас немногие делают. Да. Самое главное ей сейчас все пройти, сделать. Здесь сальто здорово, согнувшись сальто тоже. Хорошо работает, чисто. Да, у нее поставленная линия, все чистенько. Закладка 360. И... Да, она добавила связку сзади. Она сделала в квалификации, она делала двойное сальто. Сейчас она пошла на сложность проверить, наверное, себя. И она у нее добавила. Это получилось, да. Получилось превосходно. Да. Если я не ошибаюсь, у нее сейчас будет базовая сложность 6,2. Давно я ее не видела на сборах, а тут вышла, и вот какую базу нам уже показывает. Ну здорово, здорово, что у нас немного подрастает, да, юное поколение, которое совершенно спокойно может составлять конкуренцию.